Привет всем! У меня сейчас небольшие проблемы, точнее, большие проблемы с картой памяти и вообще с ноутбуком, потому что сначала сломала свой, потом я сломала чужой ноутбук. Да, поэтому я делала вам видео, хотела его еще вчера загрузить, у меня ничего не получилось. Поэтому я загружу сегодня влог, который снимала, не знаю, несколько дней. Я даже не помню, когда я его снимала, но просто там будут всякие смешные моменты. И вообще то, что я делала на этой неделе. Так что, если вы хотите посмотреть, то продолжайте смотреть. Привет! И Ой. сейчас мы с Полиной хотим пойти в магазин. Сейчас 9 часов вечера. Темно, короче. И мы один... Чтобы вас не пугать, мы сразу предупреждаем. Мы оденемся очень странно. Надеюсь, Профессионал. очень. И пойдем так в магазин. И это будет просто интересно. Очень Очень, интересно. очень. Прикольненько оденись. Что такое? А, да, я же заяц. Ты понимаешь, что люди это смотрят? Тебе неприятно Ставьте будет. лайк, если она похожа на мужика. Блин, а у меня Дейзик. Я жду. Я маникюр не так сильно боюсь, как политическим. Я заяц. Мне не смешно, как ты такой дебил, идешь в чёрных. Нам куда? Нам за молоком. Ну, реально, мужик же, да? Аня. Короче, над нами никто не смеялся, мы сами над собой ржали. Никто даже не... А погода хорошая. А то... Черт, они вообще не смеялись. Погода хорошая, я снимала. Не, давай погуляем. Я в плаще. Давай с плотиками какими-нибудь знакомиться. Угу. Ладно, шучу. Привет, ребята. Сейчас я снимаю вам... Точнее, уже сняла вам видео. Я думаю, оно будет довольно интересным для тех, кто не знает, что делать, когда им скучно. Таких лохов типа меня много. Я знаю это. И я хочу показать вам, как я тут все снимаю, потому что это ужасно. И мне все это разгребать надо будет. Да и вообще, это просто ужас. Да, и мой стол. Класс. Еда, косметика и... Зеркала. Итак, когда я сейчас все приберу, я поеду к сестре, а там уже не знаю, что будем делать. Потом пойдем на танцы и будем танцевать. Ну, в общем-то, да, я прибралась, и вот так вот я оделась. Ха-ха-ха. Привет! Сейчас я пойду с Алиной гулять. Вчера забыла вам снимать видео. Как обычно, забываю снимать видео. И да, надо уже собираться, потому что что-то я не могу. Мне так лень все делать. Хафиз, а ты читаешь Шекспир? Ты что снимаешь? Да. Это влог. Мы тут вам сняли... Что мы сняли? Тег, челлендж и рекламу. Давай. Сейчас я пойду к Полине, потому что Алина уже ушла. И не знаю, что будем делать, просто будем гулять. А еще я купила себе ногти, и вечером, может быть, сделаю ногти. И буду редактировать вам видео. Мы с Алиной отсняли просто безумно смешное, мне кажется, видео. Так, что вы будете смотреть его, я надеюсь. Надеваю же свою беретку. Песня закончилась. Сейчас другая начнется. Я уже подготовлена. Это лезгинка. Или что это? Кто там идет? Сейчас идем. Что делать? Папу встречать на вокзале. Папу встречать на вокзале. Мне не нравится наш вокзал. Тоже есть всякие.
Но как там ездят? А? Ездят там безобразно, в плане... Сейчас мы... Это уже другой день. Сейчас мы с Полиной в кино пошли. И сейчас еще нет 8 утра. Короче, поперлись в кино, как самые тупые. Я человек, который нам. Хотите погулять там на сегодня вечерком? Давайте позвоните на номер космической станции НАСА. Мистер космонавт, ты самый лучший. Йоху! Обойдем в зале.